На календаре 28 апреля. 28 апреля 1851 года был учрежден Самарский приказ общественного презрения и Самарское врачебное управо. Эти учреждения осуществляли контроль за состоянием дел в губернских больницах, богадельных и сиротских домах. В общем, как бы сказали сейчас, курировали социальную сферу. Первым инспектором Самарской врачебной управы стал доктор медицины и хирургии Финке. Одной из задач приказа являлось создание губернской больницы. 28 апреля 1898 года известный самарский предприниматель Альфред фон Бакана направил в городскую управу прошение. Он извещал о своем желании принять посильное участие в благоустройстве губернской столицы. К прошению прилагалась смета, подписанная архитектором Александром Александровичем Щербачевым. Она предусматривала прокладку пологих спусков от улицы Дворянской, сегодня это улица Куйбышева, вдоль Струковского сада и по Александровской улице, нынешней улице Вилоновской, мимо Иверского монастыря в сторону Волги, а также мощение их камнем. Помимо этих работ намечалось укрепление склонов холма, на котором и сейчас стоит драмтеатр, а также разбивка вокруг здания театра сада. Самарская городская дума дала разрешение, и через 3 года все работы были завершены. Поздравление с днем рождения сегодня принимает Леон Иосифович Ковальский, член Общественной палаты Самарской области. В 28-й день апреля в разные годы и столетия появились на свет русский и советский актер, народный артист СССР Александр Остужев, известные советские актеры театра и кино Донатас Банионис и Юрий Волынцев, всемирно известный английский писатель-фантаст Терри Пратчетт, а также популярные голливудские киноактрисы Джессика Альба и Пенелопа Крус и другие знаменитости. А гостей на именины сегодня ждут Анастасии и Василисы. 28 апреля по народному календарю – Пудов день. Пчеловоды уделяли большое внимание пчелам, проверяя, хорошо ли те пережили зиму. Если к этому времени появлялись первые цветы, то ульи выставляли на свежий воздух. На день святого Пуда вынимают пчел из-под спуда, говорили наши предки и добавляли. У кого медок на маслице, у того и праздничек. На Пуда обычно распускались почки калины и рябины. Эти растения наши предки почитали за их целебные свойства и готовили из этих ягод лечебные настои. Это были события 28 дня апреля. Отличного вам настроения и удачи во всех начинаниях!